В Самаре начал работу Волжский инвестиционный саммит. Это уникальная платформа для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти, бизнеса и финансовой сферы. На саммит приехали более 500 участников из 20 стран мира. Это руководители крупных торговых сетей, бизнесмены, эксперты в области финансов из государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании и стран-участниц Евросоюза. Две основные площадки – обширная деловая программа и выставочные зоны на площади Куйбышева, которые, по прогнозам, посетят свыше 5000 человек. В течение 3 дней пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы. Запланировано выступление 30 авторитетных спикеров. Участники саммита обменяются мнениями, презентуют свою продукцию потенциальным партнерам и инвесторам и смогут заключить соглашение с российскими розничными сетями.